Як би не береглася жінка під час вагітності, рідко вдається оминути сезонні захворювання. Заразиться легко, тем более у беременных иммунитет ниже. Если бы у них был такой же сильный иммунитет, как у всех, все плоды отторгались. Это природа умна, она делает так организм, чтобы приглушить чуть-чуть иммунную систему на время роста беременности. Вот. И женщина такая, конечно, может заболеть. Медики вголос разом запевняють, при найменших ознаках застуди звертатися до лікаря. Нужно в любом случае показываться. Иногда тяжесть состояния женщина не может самостоятельно оценить. Ей кажется, что она совсем не страдает, а оказывается, что еще и как страдает. Очень часто уходит на почки, и потом эти почки нам дают результат. Вот. И это очень тяжелая впоследствии ситуация. Уж лучше сразу пойти к врачу, немедленно, бегом бежать, чтобы врач точно определил, что пшикать в нос, там, гелуфен, или который безвреден, но он не сразу снимает отек слизистой, вот. Или может быть что-то другое, вот. Может быть давать препарат отхаркивающий, может разжижающий мокроту ей нужно. Простуда простуде рознь, они абсолютно по-разному протекают. Есть простуды с поносами, такие вот себе вирусы. Вирусы очень разные, коварные сейчас. Звісно, що вагітним протипоказані медичні препарати. Как мы видим, многокомпонентные порошки от простуды беременным они не подходят из-за многих химических вот элементов, которые туда входят. Та Богу дякувати, є народні засоби, які допоможуть вам перенести застуду під час вагітності. Есть лимон целиком с сахаром, там, с корочкой, но без косточек, за один присест. Мы рекомендуем полоскание содой, солью, ну, как всем известно, потому что оттянет все-таки слизь из горлышка. Много раз это делать. Мы рекомендуем молоко с содой, с медом, пожалуйста, чай с малиной, любые вот такие вот обильные питье, чтобы организм мылся через поры, выходил этот пот ненужный с этими солями, вот ненужными, чтобы разрушались вот эти клеточки вирусные и выходили из организма. Але народні засоби і самолікування – це різні речі. І потрібно бути на варті здоров'я свого та дитини, особливо, якщо застуда супроводжується температурою. 37,5, я вважаю, вот така, ну, грубо говоря, по границе. 38 – это уже коагуляция белков может начинаться, где-то 38 и выше. Вообще коагулируются белки человеческого организма 41,3. Вот. Ну, зачем допускать до какого-то? Не оминути постійного лікарського контролю, якщо застуда протікає з ускладненням. Иногда осложняется, конечно, простуда, бронхитом опускается это. И тогда мы, конечно, сильно бьем тревогу, если температура затянулась, и вот так вот кашель уже такой продуктивный с гноем бывает. Конечно, приходится прибегать к лечению антибиотиками. Это уже делается в стационаре, и это, конечно, под наглядом, под надзором врачей в отделении. Потому что мы очень боимся, что эта инфекция пройдет в маточно-плацентарный кровоток и достанется плоду. І не треба ігнорувати порад лікарів щодо вашого лікування, адже медикаментозне лікування хвороби не буде рекомендоване, якщо воно недоречне. Есть определенные медикаменты, которые можно беременным. Есть медикаменты, которые не нужно, но можно. Есть, которые не нужно вообще, но нет другого выхода. И нужно как-то сохранить жизни матери плодов. И даже тот, который не годится беременной женщине, иной раз используется препарат. В медицинских только учреждениях, ни в коем случае не самостоятельно. Кожен ваш крок, кожна дія не повинні бути зроблені без думки про наслідки. Сейчас, в наше время, надо сказать, очень много внутриутробных инфекций. Мы их видим и на УЗИ, и их видят доктора в роддоме, когда рождается ребеночек вяленький такой, и анализы у него септические. Вот у мамы пила нефрит или простуду перенесла. Много таких. И видим по состоянию даже плаценты, что она как вот буквально кусок испорченного мяса. Вот, выглядит визуально. Вот, то есть, чтобы не допустить таких вот осложнений грозных, которые угрожают плоду этому, он может умереть раз, он незрелый будет. Он срок беременности может быть нормальным, а системы, органы его будут крайне незрелые, соответственно, там недель на 30, а надо как на 40. Вот, это патологоанатом делает такие заключения, он видит незрелость этих тканей, то есть этот ребенок не может вот так вот просто раз и
Он больной рождается, и нужно тогда помогать, быть начеку. Побережіться під час вагітності, адже ви перш за все зберігаєте нове життя, яке зародилося всередині вас. Вот почему эти простуды, нельзя их сбрасывать со счетов, нельзя пренебрегать. Сидите беременные дома, полощите этот рот 250 раз в день, кушайте вы этот лимон.